Юр, дальше, а вот мне можно вопрос тебе задать? Да. А почему ты это вот задаешь? Ты же понимаешь, что человек любой, человек, тем более, ну там, ну любой человек, мы все грешные люди. То есть от Адама мы получили вот эту... Я объясню, потому что вот в ваших словах я вижу прям... Ну, вы наделяете авторитетом и мудростью человека, который далеко не факт этого заслуживает. И там история отношений, ну там история нарушений... Но сегодня же, Петр, вот мы там, ты знаешь, который человек забирал деньги. Нет, смотри, прошу прощения, просто пламенностью может увлечь просто любой... Я не говорю сейчас про него, вот, да. Кроме другие вопросы, претензии. Ну, проходимец. То есть можно Юр, быть настолько пламенным... Судить, или мне? Ну, да. Как же так? А как, зачем нам это как судить? Же так? Но есть плоды какие-то. Вам же важно, к чему вы прислушиваетесь. Ну, я же знаю его с одной стороны. Смотри, человек же построил монастырь. Так, а если есть страна, скрытая от вас, темная, страшная, разве вам это не важно? Разве это не повлияет на ваше отношение к нему? И к тому, можно ли прислушиваться к его советам? Нет, ну это же можно шею себе свернуть самому. Ну, просто вот, ты погрязнешь в осуждении, потому что ты, если человек покаялся, мы же не на исповедь у тебя с тобой. Это знание. Ну, Вика правильно говорит. Ну, знание, ну... Юр, ну не все же так однозначно. Может, перед тобой самый маргинальный человек сидит на свете. Простите, что? Это же не все же так однозначно. Ну, правда, не все так однозначно. Ну, вот почему ты думаешь, что именно так ты, что говоришь, есть эта истина? Я сидела за столом тоже, когда люди сидят и там из Вагнера говорят, ну, я сидел за убийство. Про это спросим, про это спросим. Подожди. Смотрите, можно ли простить человека за убийство? Конечно. Никаких вопросов. Каждый может искупить свою вину. Можно ли наделять человека тем, что он источник мудрости? А что я там сказал? Про какой мудрости? Ну, что это духовно... Нет, так я же спросил. Мой вопрос был в том, чем этот человек близок к вам по духу. Повтори, пожалуйста. Я говорю, то, что он пламенный человек, то, что он... Духовные люди. Все это не просто наши друзья, это близкие нам по духу люди. И мой вопрос был, чем он близок к вам по духу? Я же сказал, своей пламенностью. Все. Это ответ. Это пламенностью. То, что я, когда последний раз к нему приехал, он говорит, вот здесь будет стоять монастырь, здесь будут креститься китайцы на 40 тысяч человек. Я посмотрел, а там, ну, я не знаю, как третий храм. Вот прям вот реально. Те же слова и тоже говорит батюшка Илья, что китайцы будут принимать православие. И он это делает. И видно, как он работает. Я за пламенность. Принимаю. Конечно. Принимаю. У меня был случай, на Дальнем Востоке принимают, приезжают, когда я познакомился с батюшкой Ильей первый раз, да, вот Вика рассказывала, я зашел, был такая изморозь, да, и прям открываю дверь, это скрипучая такая дверь, и все заставлено книгами. Я говорю, что это за книги? Я так смотрю там на китайском языке, а там их тысячи. Я у батюшки спрашиваю, что это такое? Он говорит, это Библия на китайском. Китайцы, говорит, они дойдут до Урала и будут принимать православие.